Ходит, ходит по врачам, ходит, ходит, пьют и пьют эти таблетки от давления. А врачи это все назначают и назначают. Все вот. И получается бездонная яма. Таблетки эти летят. А вместе с таблетками летят внутренние органы и все остальное. И толку никакого. Все равно давление прыгает и прыгает. То есть гипертония от таблеток не проходит. И ситуация, конечно, человек вот ходит, лечится, просто какая-то тупиковая ситуация. И самое интересное, что я уж, наверное, 1100 перелечилось, не больше народу от этой гипертонии, чем руками. Да, вот руками лечишь шею, просто лечим шею. А почему проходит, когда лечишь шею? Потому что улучшается кровоток мозга. Самое интересное, что вот многие даже врачи связывают с шейным остеохондрозом. Ну, потому что понятно, шея, если зажата, кровоток, там же сосуды к мозгу проходят, кровоток мозга нарушен, все, мозгу будет не хватать кислорода, он будет заставлять сердце поднимать давление. Многие врачи, но они не могут ничего с этим сделать. У них нет в руках другого инструмента, кроме таблеток. Более того, боятся многие шею трогать. Ну, если у тебя гипертония, там массажист будет массировать, только ему шею не давай трогать, потому что там, ну, потрогать шею будет криз потом. И правильно говорят, потому что шею надо трогать умеючи. Вот я всю жизнь этим занимаюсь. И действительно, лечение шеи, уже это искусство лечения шеи, да, я просто поставил на поток в клинике. Как тонкости, подробности этого процесса, там, как лечить шею правильно, как чего, где риски, где не риски. Приходите на вебинар по лечению гипертонии вот, путем безмедикаментозным, без таблеток. Буду рассказывать, там, показывать, объяснять, что, чего, зачем, почему. Подписывайтесь по ссылочке под этим видео и приходите на вебинар. И будем с вами говорить об этом пути спасения. Как спастись, что сделать и как мы этого добиваемся в моей клинике. Потому что я не один работаю, а со мной работает команда 150 человек. Так что уж мы-то знаем, что и как. Жду на вебинаре. Пока. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на обследование в клинику. Будьте здоровы!